Доброе утро. Сегодня без потерь не обойдется, потому что по-другому чуть-чуть будем гонять голубей, то есть всех. И, естественно, хищники не остановятся. Смотрим. Вот, друзья, полетели все, как я говорил, и мелкие, и крупные. Все там. Сейчас хищники, естественно, заберут, потому что летят все сегодня, называется у нас тренировка. Представляете, какая толпа. Несколько ярусов по возрастам как раз. Эти не вернулись, голуби вышим. Будем наблюдать. Пока что-то тетеревятников нет. Наверное, наелись. Не проявляются. В общем, вот такие дела. Голуби. Все там. Молодняк весь здесь. Постарше, выше, как всегда. Ты смотри, нет хищника до сих пор. Ну, мог забрать сбоку где-нибудь зайти. Конечно. Небо ясное сегодня. Да, этих до сих пор нет, хотя все мне говорят, что придут. Типа, не огорчайся. Все будут на месте. Ладно, друзья, удачного дня. Тренировки продолжаются. Кайфуйте. Всех благ вам. Продолжают летать. Есть кто скидывает, есть кто идет вверх. Которые поменьше скидывает. Основная масса спустились, сейчас опять пошли. Ну, что-то видят. Так себя ведут подозрительно. Закружи. А, вот тетеревятник, елки-палки. Вот он, поэтому снизились мелочи. Я понял. Пошла, почему-то не трогает.
Уже, наверное, наелась. Что такое разделились, то все вместе там были. А эти знают, что нужно удирать по-хорошему. Спорты отдельно летают. Эти отдельно. В общем, тренировка продолжается, друзья. Красавчики наши. Ворон пришел. И гоняет голубей. Именно ворон. Прикол. Нападает. Что они вон, снижаться стали все. Это номер. Кстати, уже второй раз так нападают. Скинул, короче, голубей. Ворон. Уже какой раз вот так опустится, пошли дальше. Да, сегодня нет хищника, это вообще бомба. Неинтересно голубям, в общем, никак. Белый есть вообще в точке там. Летает. Ладно, друзья, смотрим дальше.